Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня веселый видосик. Решил я посмотреть, поискать, когда же я забросил плюс-минус этот аккаунт на русском сервере. Где-то приблизительно полтора года назад я перешел с русского сервера. Это был топ-1 аккаунт на русском сервере. Мы взяли первыми здесь мифа и взяли топ-1. После этого я просто посмотрел на акции на английском сервере и на русском сервере и ушел с этого сервера. В общем, видосик был, кому интересно, можете посмотреть. Еще 13 сентября 2018 года снят. Взял первый миф в мире. В принципе, я ссылочку на него оставлю в описании. Мы тогда прокачали первый титул. Как видите, с того времени я перестал на русский сервер закидывать и решил сегодня сделать такой обзор на аккаунт того, что у нас изменилось, что у нас не изменилось. Миф тогда был 520к, то есть это первый, вот он так у нас и есть. С того времени я как бы вроде и перестал особо закидывать на русский сервер. Возможно, где-то плюс-минус что-то тестировал. По итогу у нас, как видите, ничего по сути не поменялось. У нас точно так же мифка осталась. На вторую мы пока идем. Точнее, вроде, подождите, стоп. Не особо так удобно смотреть. Миф 1 520. Миф 2 надо... А, не, миф 2. У нас сейчас миф 2 как раз таки. В общем, взяли мы мифку, не столь важно. Я перестал закидывать. Здесь закинуто самое, ну, дофигища. Мы их постепенно слили. Вон у нас уже осталось 110к за это время. То есть за полтора года у нас тут и 5 миллионов было, и 6 миллионов самоцветов на этом аккаунте. Задонено, как видите, полностью по максимуму. То есть у меня с разрухи полностью все максимальный. По-моему, сколько у нас там полоса? 2,2, по-моему, если я не ошибаюсь, миллиона. То есть мы это давным-давно уже еще тогда прошли, потому что собирали там по 10, по 15 паков одного героя. Одного героя 15 паков. Там 10-20 паков выходило. Ну, на то время игра как бы приносила удовольствие, был азарт, интерес. На сегодня это все поменялось. В итоге у нас изменилось кардинально все сейчас. Все не стоит их денег. Я решил записать такой вот видос. Что будет с аккаунтом, если на него не донатить полтора года. Даже так частично, частично не играть. Потому что я фактически здесь плюс-минус не играю. В итоге с топ-1 за год мы оказались топ-1700. То есть, как видите, до первых мест, ну, вот, по 2 миллиона у ребят. Ну, кто играет, это первые, вот, те, кто, с кем я играю, вот, на русском сервере тягался еще. Это Зверский, мы его обогнали, и Агрессор, если это он, я не знаю, со стороны Седой, это попозже были. Может, кто-то ники поменял. Ну, в общем, здесь топ задротов так и остался, но русский сервер, не знаю, я отсюда давно ушел. Вот. Поехали, посмотрим, что у нас поменялось. Ну, сила у нас выросла, потому что у меня была куча разных итемов. На то время их дофигище было, и там скины и прочее. То есть я попрокачивал, в итоге сила, как видите, у нас немножко выросла. Что у меня осталось с прошлых времен? Так, это слизни. Возможно, где-то плюс-минус мы бы больше сейчас прокачались, если бы я дальше фармил даже без доната. Но я на это все забил дело, как и многие, потому что это бессмысленно на русском сервере делать. Так, интересно, у нас какие-то облики. Вряд ли у нас облики. Не, есть какие-то даже на улучшение. Ну, то есть варианты как бы минимальные еще есть. Это с бесплатных акций, видите. То есть, если бы я играл, возможно, я бы немножко больше. Ну, доля моя, думаю, вряд ли я бы дотянул.
А кто его знает, не знаю. На то время 500-500к, я думаю, сомневаюсь, что мы бы с акций столько нафармили. Ну, я имею в виду без донатных, с халявы. А может быть, прорывы бы немножко подняли. Все, дальше у нас нет. Ничего. В общем, поехали посмотрим, что у нас на складе с такого с полтора года, за полтора года изменилось. Еще куча итемов таких. А, кстати, может где-то у нас прокачки есть. Нет, тут даже на эти прокачки ничего нету. Так, смотрим. Карточки. 460 карт это на сегодня ни о чем. Камешки. Вот 8000 камней это еще на то время. Потом дальше уже этих камней судьбы нету. Так, плюшки. Сундуки, которые просто тупо копились. КБшки потом начали их продавать, и они стали, ну, не особо актуальны. КБшка сейчас единственная возродилась, если кто-то в нее еще бегает, там можно нормальные плюхи получить. Но раньше за это каждый день по 40, по час фармилась КБшка. Так, карты выносливости, это у нас рунки, еще на героев сменки. Раньше когда-то 200 коробок, чтобы получить, сливалось дофигища кулаков. То есть 20 коробок это 100к было. А 200 коробок это был лям. То есть миллион кулаков это был просто вау, чтобы 200 коробок получить и вытащить оттуда нифига. Там реально просто новые таланты. Улетало все. Сейчас на сегодня это все, как видите, вот куча талантов. Все можно было купить. Это все то, что у меня осталось вот полтора года. Считайте, стоп, мы стали топ 1700. Настолько разница, да, и у меня полностью сейчас шкала вся заполнена. Я больше чем уверен, что сейчас, наверное, намного дешевле, даже не дойдя до там определенных героев, можно набить силу намного выше за счет доната. То есть, там, если взять миллион самоцветов, да, там, грубо говоря, 10 паков, под определенные акции попасть, можно намного больше прокачать аккаунт. Понятно, что есть некоторые вещи, которые надо качать длительное время, но по большому счету сейчас это не проблема с донатом. То есть за такой донат сейчас можно развить аккаунт ну, полтора ляма как минимум, а то и больше, наверное. Так, что у нас еще есть? Ну вот у меня еще остатки по этим плюхам есть, по героям. Здесь не хватает книг. Почему катастрофически я тогда ушел на то время с русского сервера? Потому что не хватало книг и сундуков. Их и до сих пор, в принципе, сейчас более-менее уже на русском сервере по акциям продают. Но на то время это просто нереально. Это даже для многих сейчас... нереально, это надо каждый день искать акции, где есть там пятые, шестые сундуки, ну, точнее, даже пятые из пятых, чтобы нафармить дофигища книг. Поэтому тут тоже, знаете, такое, книг надо реально на каждого там героя, учитывая количество героев в алтаре свыше 100, поэтому вы можете прикинуть, сколько книг надо для прокачки определенного героя. Такс, поехали дальше, посмотрим, что у нас есть. Вот это по расходникам, это то, что копится такое, то есть это с роллингов, это с самых реальных роллингов, то, что герои копятся, вот, сколько чего. Некоторых мы сливали на роллина, было даже больше, я иногда сливал их. Вот Минотавр еще есть, 330. Рэй, Огники. Это все мы получаем героев. 28 космо. Ладный. Это мы собрали карточки. Какие карты обычные. Если, конечно, сравнить с алтарем на английском сервере, это просто ни о чем. Как бомжик какой-то. Эмблемки. Ну, рунки, эмблемки. Вот сундуки у нас еще остались. Это сплю. Смотришь на это и смешно просто. Самая большая проблема, кстати, здесь, это то, что еще даже руны есть. То, что у меня вот здесь, я не могу забирать. Я вечно втыкаю, не могу больше получить
из 999 и все, и потолок. Это уже давным-давно тоже такая тема. Ну, сделайте больше, там, я не знаю, сделайте какую-то возможность. Но если вот эти вот не поставишь, их заберешь этих ты. Ну, это такое. Поехали дальше. Самое интересное, это, конечно же, локации, да, там. Я не проходил их вообще, я не знаю, смогу ли я их пройти. Кошмарка 7 зафармлена, 8 даже не начиналась. Дальше полный Аджей не зафармлена. Так, что у нас еще там есть? Ну, КБшка здесь вот единственная за пределы, кстати, мы так и не прошли. Королевская битва, лабиринт. КБшка здесь максимальная, 30 уровень, я уже давным-давно ее докачал. Еще тогда я бегал от нее, панился, ну полностью все попытки сливал по максимуму. Такс, а теперь поехали посмотрим по героям. Кого мне не хватает за это время с героев? 96, 101. Так, смотрим. Кровавая Мэри, ну понятно. Она это донатная, без донатных мы все вытаскиваем. Дуэлянт. Ну, дуэлянта можно собрать. Полярный лист, божество последнее. Парт. Это все можно забрать, в принципе, за один базар, по сути. Если нормально, правильно, когда есть настолка, вот, например, как сегодня, нормально зайти. Закинуть, можно даже супер питомцев нормально прокачать. Я уже показывал, как с настолки можно качать максимально супер питомцев. Здесь дают печеньки довольно-таки прилично, 150 за пазлики. Чем дальше вы будете проходить, тем больше пазлов, там 10-15 кругов, и вы можете просто бешеное количество собирать этих пазлов и, соответственно, менять. Плюс также делать обмен вот по 4 пазла на обмен на увеличение скилла героя. То есть возможности и вариантов собирается Мэри, собирается Барт и собирается Лиса тоже очень даже неплохо, если вы нормально попадете, нормально накрутите. Но это опять же, ну можно за один вариант это все собрать. Такс, поехали посмотрим самое интересное и самое, наверное, болючее, это прокачки героя. И у меня есть 20-я тыковка, 10-х скиллов здесь нету, потому что я уже на то время, когда ввели 10-е скиллы, перестал играть на этом сервере. Ну, можно, в принципе, видите, можно еще там кучу силы поднять за счет прокачки талантов, но это особо не спасет. 13-е в основном, то есть они такие остались. 13-е скиллы мы еще подокачивали. На 14-е у нас уже ресурсов, ну, просто нереально не хватает. Такс. Зефиры. Прорывы, как видите, у меня по прорывам вообще тут просто огонь. Но я думаю, за полтора года, в принципе, можно, если бы без доната, можно было бы хоть пару, наверное, пару бы мы не собрали. Несколько, я не знаю, без доната вряд ли там один. Может, смотря, конечно, какой сервер, но на русском это проблемно, собрать хоть пару тридцаток. Только чисто через донат, я думаю, это реально. Без доната сложновато тридцатку собрать. Так, что тут у нас, тыковка, ну как видите, 12 еще даже скиллы у нас есть. Ну и конечно можно через судьбу прокачивать, то есть кристаллы и прочее, можно еще поднять силу до ляма, думаю, там за минималку какую-то добить можно, но оно того сидеть и дротить тоже очень, очень лень. Вот еще 8 скиллы, то есть здесь нету коробок дофига, 9 не прокачаны. Еще старенькая, старенькие прокачки. Некоторые герои, понятно, я менял, тестировал еще, когда играл за это время. Но в основном вот такие вот движники. Это, считайте, полтора года мы здесь просто чисто нифига не закидываем, потому что ну, бессмысленно. Тем более, туда, куда идет сейчас игра, ну, это вообще бред. Так, Ронины еще старые, 10-е. Последние герои, кстати, так вот будет удобнее, там, с последних героев, да, которые выходили в новых, ну, у меня нечем даже прорывы качать, то есть тут землеройка есть,
То есть все герои как бы бездонатные, все есть, донатных только не хватает. Они все прокачаны, но без, как видите, оккультист даже не прокачан на аккаунте. Без прорывов, то есть книг катастрофически не хватает. Места даже есть еще. Силушку-то можно, понятно, поднять, но это бессмысленно просто. По супер питомцам здесь вообще огонь. Эти первые. Некоторых вообще нет. Вообще хер забил. Кстати, давайте сейчас попробуем. Может, кого-то словим. У нас же есть супер мега итемы. Бычка словим. Мутанта словили. Видите, как все на изи качается. Вот видите, пару кликов, так надо еще сову мутанта. Все решено. Изи просто. Прокачали всех супер питомцев на первый левел, а дальше качать это жесть полная. Вот, в общем, вот так вот, ребят, такой вот обзорчик аккаунта, считайте, полтора года с топ-1, просто в топ-1700, я думаю, и дальше, если бы народ играл активно, то есть игра не шла, я бы и дальше в топе слез, но так как большинство забивает, реально топ очень медленно проседает. Если сравнивать здесь 670, а там у меня 2 с лишним ляма, то есть 3 раза больше прокачки, 3 раза круче аккаунт и куча всего, куча тестов. Ну, русский сервер сейчас понемножку тоже реанимирует по поводу базара, там акций, но это все равно не спасает на общем фоне игры, куда она катится. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Вот такой вот ностальжи, не знаю, видос аккаунта, который... Топ-1 был на русском сервере давным-давно, то есть полтора года прошло, просто без доната аккаунты проседают. Сейчас такой аккаунт собрать намного дешевле, намного проще. И это, в принципе, убило всю экономику игры, по сути, потому что они обесценивают героев, ресурсы, и просто понимают, что нету ни смысла ни донатить, ни играть, потому что оно их денег не стоит. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.